Я правильно понимаю вас, что вы артистов, которые участвуют в этом, не осуждаете? Нет, что не у вас осуждаю. Претензии к организаторам? Я вообще только? Никого не осуждаю, скажу вам правду. Осуждать Ой. Это как-то... Ну, я могу не принимать чью-то позицию, я могу с этим человеком не иметь дела, но осуждать — это его право. Угу. Вот один замечательный артист нашего театра, в общем-то, очень известный телевизионный ведущий. Вот его, ну, такие... Гордон, Александр Гордон, что? Александр Гордон, да, имеется в виду? Я не называю имени, теперь даже не скажу, вот что я хотел сказать, что я вот не принимаю ничего из его философии, из его жизненной позиции, из его способа жить. А при этом он замечательный артист, очень талантливый режиссер, очень интересный человек. И мы работаем вместе, ничего в этом чрезвычайного нет. А почему вы не называете его фамилию? Ну, не хочу называть, потому что я его вроде сейчас ругаю. Зачем мне? Mm-hmm. Зачем? Я не заметил, что вы его ругаете. Хорошо, не буду называть. Я бы на его месте это расценил скорее как комплимент. Хорошо, если он расценит, он к вам придет и все расскажет. Тогда я хотел бы понять, что вы имеете в виду, когда вы человека ругаете, действительно. То есть вы когда ругаете, вы говорите такими, в общем, в целом, ну, дипломатичными фразами излагаете. Ну, смотрите, я часто принимаю участие в передачах, скажем, Сергея Соловьева, Владимира Соловьева, да? Соловьева, да? 80% из того, что он говорит, и то, что он считает там идеалом мировоззренческим, политическим, экономическим, я считаю прямо противоположным. Тем не менее, он талантливый и профессиональный человек. Угу. И когда я все-таки собираю все силы, я иду к нему в передачу, мне все равно профессионально интересно. Угу. Там же никто меня не заставляет, знаете, делать что-то, угрожающее жизни и здоровью там, своих или чужих. Мне кажется, после каждой передачи, когда я туда хожу, что больше я туда не пойду. Угу. Но потом как-то во мне профессиональные интересы, вот интерес диалога, интерес угу. контакта, интерес встречи там, с тем же Владимиром Владимировичем Жириновским. Угу. Мне удивительно, это персонаж вообще номер один, я не знаю, даже не в России. Угу. Я за ним так, с таким интересом, он на последней передаче трижды сменил позицию и... Абсолютно аргументированно. Вот никто этого не заметил, причем. Нет, я заметил. И заметьте, что вы снова вернулись к этой тематике, от которой мы вроде бы отмежевались. Да, уходим. По политические ток-шоу. Возвращаемся в театр. У нас очень много интересного в театре. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».